أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأخبابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله تعالى بار الله تعالى بر الله تعالى دم بشقاء إلهي ذات يوق. Уважаемые слушатели, мы с вами продолжаем чтение книги «Арбаин Навави». Сегодня у нас 24-й хадис. Этот хадис является хадис Кудси, священный хадис, илахи хадис. И поэтому этот хадис, он по содержанию, по смыслу имеет огромное значение. Текст хадиса звучит таким образом. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم غار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتدروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك مما عند من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيات إذا أدخل البخرة يا عبادي إنما هي أغمالكم أخسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Данный хадис, как уже было сказано, является хадис Кудси, священный хадис. И знаем, что отличие от Корана и Кудси хадис заключается в том, что Коран – это калям Аллах, это прямая речь Аллаха. А Кудси хадис – это не прямая речь Аллаха, а Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, Аллах вам говорит, Аллах говорит, то есть это не прямая речь Аллаха, а Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, своими словами передает от Аллаха Субханаху ва Тааля. И этот хадис передается от Абу Зарр, радиаллаху анху, что
Аллах Субханаху ва Тааля обращается таким образом: «Я гибади, о мои рабы, о мои рабы». То есть он этими словами хочет сказать, что Аллах Субханаху ва Тааля, то есть обращается своим любимым: «Я гибади, о сынок, о сын Адама, я бунайя, я ибн Адам, эй, эй, Адам баласы, о сыновья Адама». И потом после говорит: «Инни харрамту зульма». Я запретил делать зульм. Зульм. «Инни харрамту зульма галя нафси ва джагальтаху бейнакум мухарраман фаля тазаляму». То есть я запретил делать зульм по отношению себя и зульм между вами. И первая тема, которая поднимается, это зульм. Зульм – это лугатан. Что же означает зульм лугатан? «Вадгу шейин фи гайри макканихи, гайри махаллихи». Это зульм – это ставит что-либо не свое место. Это языковое значение. А шариати под зульм подразумевается «тасарруф фи хакки нас бигайри хак». Хаксызга кыши хакына кыру. То есть распоряжаться правом других людей, не имея права на это. И хукму зульм, зулым кылу шариати, это хукмуху харам. Хукмуху харам. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал насчет зульма в многих местах. Зульм – это притеснение. То есть распоряжаться правом других людей без права на это. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля насчет себя говорит: «Инна Аллаха лейса биззаллямин лиль габид». Аллах не делает зульм по отношению своих рабов, а рабы между собой делают зульм между собой, между друг другом. Поэтому, когда мы смотрим, мы говорим насчет зульма, зульм бывает двух видов. Это по отношению себя. Зульм бывает двух видов. Первый – это зульм по отношению себя. Это как получается? Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит об этом, упоминается, что Лукман Хаким, говоря своему сыну насиха, наставление, говорит такие слова: «Я бунайя, ля тушрик билля». «Эй, о сын мой, не делай ширк по отношению Аллаха». «Инна ширка ля зульмун газим». Поистине зульм, поистине ширк – это самый большой зульм. То есть по отношению себя зульм бывает таким образом: «Бифиглиль мегаси воззунуб». То есть когда человек совершает греховные поступки, он делает зульм по отношению себя. По отношению себя. Как же, как, например, «Ахзамуха ширку билля». Самый большой греховный поступок человек, который может совершить, это ширк. Когда человек делает ширк, он делает зульм по отношению себя, потому что Аллах Тааля говорит: «Инна ширка ля зульмун газим». Это сурат Аль-Лукман, 13 аят, или в сурат Аль-Бакара, 254 аяте, Аллах Тааля говорит: «Валь кафируна хум залимун». Поистине неверные, они залимы. Залимы по отношению себя. Второй зульм по отношению других людей – это, получается, притеснение. То есть распоряжаться их правом, не имея права на это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит об этом: «Аззульму л-инсан лигайрихи якулю набию, саллаллаху алейхи вассалям, инна зульму зулумату яуму л-кияма». Тот, кто притесняет других людей, он в судный день окажется в такой темноте, что он, то есть, он в такой неопределенном положении. В другом же хадисе говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха лаямлю лиззалим, хатта иза ахазаху лам яфлитху». То есть Аллах Тааля дает залиму отсрочку. Дает отсрочку до тех пор, пока
он не придет тауба. А если он не делает тауба, Аллах Субханаху ва Тааля непременно его возьмет сильным наказанием. Сура-ль-Худ, 102 аяте Аллах Тааля говорит: «Ваказалика ахзу раббика иза ахазаль кура вахия залиматун ин ахазаху алимун шадид». То есть Аллах Субханаху ва Тааля сперва дает отсрочку. Может, этот человек сделает тауба. А если не, он не уйдет от этого, ахазаху. То есть Аллах Тааля возьмет их таким наказанием и не отпустит. Поэтому первое, что упоминается в хадисе, это насчет зульма. Зульм, Аллах Тааля говорит, я гибади. То есть, о рабы мои, не делайте зульм по отношению себя и другим людям. Потому что Аллах Тааля не делает, зульм по отношению никому, поэтому не делайте между собой зульм. Второе, что упоминается, это говорится: я гибади куллюкум даллун, о рабы мои, все вы были заблудшими, илля мен хадейтаху, кроме тех, которых я наставил на прямой путь. Фастахдуни, спрашивайте у меня прямой пути, хидая, спрашивайте, утлюбуль хидая, спрашивайте мне вот это хидая. Ахдикум, я непременно поставлю вас на прямой путь. После чего говорится: я гибади куллюкум, куллюкум джаигун. О рабы мои, вы ведь все были голодными, то есть у вас не было пропитания, пока я вам это пропитание не дал. Почему вы про питание спрашиваете других людей или подобных тем людям, которые вы? Спрашивайте меня. Спрашивайте меня. Удгимкум, я вам непременно дам ризык. Я гибади. После чего Аллах Тааля говорит: куллюкум гарин, о рабы мои, вы были все голыми. Не было у вас ни одежды, ничего. Мы это знаем от Адама, алейхиссалям. То есть вы были голыми. Илля мен касаутуху. Кроме тех, которых я надел. Одел им одежду. Фастаксуни. Поэтому спрашивайте одежду у меня, у Аллаха. Аксукум. Я вас одену такими прекрасными одеждами. Чем мы сейчас хвастаемся? Хвастаемся своими одеждами. Хвастаемся своими брендовыми одеждами. Думаем, что вот этот человек придумал. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: спрашивайте у меня, спрашивайте у меня. Уксукум, я непременно вас одену. После чего говорится: я гибади, иннакум тухтиуна биллейли ваннахари, ва ана агфиру зунуба джамиран. О рабы мои, поистине вы ошибаетесь днем и ночью. То есть куллю инсанун хати, каждый человек ошибающий из-за того, что он человек. Он забывает одно, другое, он ошибается. Зная, что мы ошибаемся, даже мы знаем, прочитали один раз, и мы когда рассказываем, мы знаем, что мы ошибаемся. Мы этого не хотим признавать почему-то. Потому что Аллах Тааля говорит: «Иннакум тухтиуна биллейли ваннахари, ва ана агфиру зунуба джамиган». Вы ошибаетесь днем и ночью. Почему не делаете истихфар? Почему не делаете истихфар? «Ана агфиру зунуба джамиган». Ведь я прощаю все грехи, которые известны и неизвестные. «Фа агфиру зунуба джамиган, фастагфируни». Спрашивайте у меня истихфар. Просите у меня прощения, агфир лякум, я непременно вас прощу. После чего Аллах Субханаху ва Тааля говорит: я гибади, о рабы мои, иннакум лен таблугу дарри фатадарруни, ва лен таблугу нафги фатанфагуни. О рабы мои, вы не думайте, что вы, делая какой-либо греховный поступок, вы сможете мне навредить. Или делая какой-либо благой поступок, вы сможете мне принести пользу.
Никто не может не навредить и принести пользу Аллаху Субханаху ва Тааля. После чего упоминаются такие слова. «Я гибади, инна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану гала атка кальби раджулин вахидин минкум ма зада залика фи мульки шейан». «О рабы мои, если вы соберетесь, мужчины, женщины, джинны, первые, последние соберутся, и вот будет атка кальби раджулин, вы совершите такой поступок, который бы меня бы этот самый, вот я Аллах Таля, мы делаем это для тебя. Ма зада залика фи мульки шейан». То есть это то, что вы творите, не принесет мне ни малейшего пользы. И также наоборот, если вы соберетесь, инна ауалякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану гала афджари кальбин раджулин вахидим ма накаса залика шайан. То есть, если вы первые и последние, мужчины и женщины, соберутся и сделают такой плохой поступок, который этим они хотели бы мне навредить. Они не смогут мне навредить. Они не смогут мне навредить ничем. Это не уменьшит у меня ничего. После чего Аллах Та'аля обращает нам: «Я гибади, о рабы мои, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум каму фи сагидин вахидин фасаалуни фаагтайтуу кулла вахидин масалатаху ма накаса залика мимма инди илля кама янкусу лмихията иза удхиля лбахра». Но если вы соберетесь, первые и последние, мужчины и женщины, джинны, все соберутся, и будет каждый из них спрашивать, что он хочет. И я, если дам каждому то, что он просит, это не уменьшит из моего имущества, из моего состояния. Это словно как будто иголка вошел бы в море. И сколько бы он уменьшил воду этого моря. После чего в заключении... Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я гибади, о рабы мои, инна махия агмалакум». Мы, что вы творите, что вы делаете, что вы творите, мы эти действия, все ваши дела, мы вернем к вам. Мы вернем их вам. Мы вернем их вам, ухсиха лакум, и будем делать хисаб этим делам. «Вафиякум ияха, фаман ваджада хайран». И кто, если кто-либо из вас обнаружит своих благих дел больше, чем он предполагал, пусть делает хамд, пусть говорит «Альхамду лилля», пусть благодарит Аллаха Субханаху ва Тааля. А если «ваман ваджада гайра залик», если он обнаружит, что у него благие действия меньше, чем казалось, «фаля яльваманна илля нафсаху», то есть он пусть виняет на себя, то есть пусть ругает, пусть винит только самого себя. Этот хадис приводится в сборнике имам Муслим. Таким образом, этот хадис первый запрещает зульм. Запрещает зульм по отношению себя и по отношению другим. После чего хадис упоминает о таких действиях, которые Аллах Та'аля обращается нам, чтобы мы просили Аллаха. Чтобы мы просили Аллаха, чтобы мы просили хидаят, чтобы мы просили ризык, чтобы мы просили только Аллаха. Аллах Та'аля отвечает нашу мольбу. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в следующем хадисе следующие слова. «Ля яс'ал ахадакум раббаху хаджатан кулляха». Пусть каждый из вас спрашивает свой хаджат, свою нужду только Аллаха. Аллах Та'аля любит тех, которые спрашивают. «Ва ягдаб» — и гневается на тех, кто спрашивает его милость у других людей. Поэтому этот хадис сперва говорит о запрете зульма, после чего обращает внимание, чтобы мы просили только у Аллаха. Потом в конце хадис делает заключение. То есть судный день,
люди соберутся, и каждый получит гамаль дефтерин, книгу деяний. Там все будет указано. Все ваши действия, что ты сидишь в мечети, разговариваешь, или что-то там намаз считаешь, все ты получишь в сотный день. Если ты обнаружишь, что ты, у тебя благих дел меньше оказалось, потому что за каждый плохой поступок он стирает наши грехов, наши благие действия. Ты скажешь, я ведь делал вот это делал, и он обнаружит, что они не были приняты Аллахом. Они не были приняты Аллахом, и что они были пустыми, пусть винит только себя. А если он обнаружит, что у него благих дел больше, фальяхмадилля, пусть он благодарит Аллаха. Таким образом, хадис, я же еще раз обращаю внимание, что этот хадис Кудси, и он обращается Аллах Таля нам этими словами. Пусть этот хадис будет нам полезным, чтобы мы могли им пользоваться в этом мире и получили благо ахирате, иншаллах.